Вы говорили когда-нибудь, что современные модели слишком худые, хотя внутренне завидовали им? Но мне кажется, тоже вопрос. Женщина. Да, да, для, нет, для я могу, мы его зачем, потому что я скажу про модель. Ага. Дело в том, что я являюсь практически председателем жюри конкурса «Мисс России». Да, это новость 1 марта у вас в Фейсбуке. Да. Я сразу подумал про жену, я думаю, вот нормально, вот, да, вот, наверное. Это уже происходит 5 лет. Ага. Вот, поэтому перед моими глазами современных худых моделей прошло, ну, уже порядка 1000 человек, я так думаю. Ага. Вот, поэтому, ну, как бы сказать, ну, женщины все прекрасные, и обсуждать их не стоит. Просто девочки, которых мы видим вот как представительниц, претенденток на «Мисс России», они крайне молоды, поэтому они не очень зрелые, они прекрасны, но они не очень зрелые, как вот именно как женщина. Я люблю все-таки, когда женщина уже немножко, так сказать, оперяется. Да? А в каком примерно? Вот какой этот ценз оперения? Возрастной? Да, вот когда они оперяются по системе координат маленького? Ну, после 22 лет. А там совсем молоденькие, да? Ну да, там 18, 19, да, 20. Нет, ну вопрос вот про то, что в отрасли, если мы говорим про вот модели, да? Да. Там вообще вот этот стандарт такой. Да, они очень худые. То есть вот это на подиуме это смотрится красиво. Да, а вот когда за столом уже сидишь, уже как ты думаешь, что надо. Женщина должна быть как-то в теле. Ага. Вот, чуть-чуть хотя бы. Вот. А что касается меня, поэтому не зовут, потому что я сейчас даже похудел на 2 килограмма. Я в нормальном своем весе, 75 килограмм. Ага. А что для этого делается, чтобы стараться? На ночь не есть. Знаете, как. Всего лишь? Да, если что-то хочешь изменить в этом мире, для начала перестань. Сначала жрать на ночь. И все будет, уже будет легче. Совет от маленького. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.